Извините, могу я? Да, пожалуйста. Что это? А, да, так, ничего особенного. То есть это не машина времени, минутка? А? А, черт. Извините, могу я? Да, пожалуйста. Что это? Да, уж точно не машина времени, минутка. Черт. Что это? Это мой бизнес-ланч. Странно. Но мне нравится. Меня зовут Леха. Алексей. Алексей, вы что, клеитесь ко мне? Нет, как вы могли подумать? Алексей, вы клеитесь ко мне? Да, я пытаюсь. Пытайтесь лучше. Привет. А, все еще плохо. Кофейку? Все еще плохо. Поужинаем? Не то. Нет, все еще плохо. 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 Все еще плохо. Может, поедем ко мне? А мы сейчас? И окунемся в омут любви. И хорошенько. Ну, наконец-то! Я так устала от мужчин, которые не знают, чего они хотят. О, ты можешь отшлепать меня, как маленького мальчика. Я хочу отшлепать тебя. Мы едем прямо сейчас. Ты увлекаешься наукой? Увлекаюсь? Да я 5 лет потратила на эту гребаную диссертацию. Вау! Ты пишешь докторскую диссертацию? Суперструна скрытой размерности и поиски окончательной теории. Ты читал? Ну да. Какая твоя самая любимая часть? Попка. Что? А, мы все еще про науку. Ты читал? Нет, я слишком был занят созданием. Созданием? Созданием действующей машины времени? Ну да. А ты уже использовал ее? Ну так, пару раз. Для меня? Ну да, а что тебя смущает? Да нет, это прекрасно. Понимаешь, ради меня мужчины даже не дрались, не то чтобы умирали. А, в смысле умирали? Я ведь тут. Да, но это не совсем ты. В этом и есть суть путешествия во времени. Путешествие во времени невозможно. Как невозможно? Я же это сделал. Каждый раз, когда ты нажимаешь эту кнопку, ты создаешь копию самого себя, которая существует в параллельном мире, на 1 минуту назад в твоем прошлом. Твое исходное тело умирает в основной или предыдущей вселенной. Сколько раз ты использовал эту кнопку? Я не помню. 16 раз. Да! Господи. Да! Алексей, с вами все в порядке? Вы в порядке? Алексей? Черт бы тебя побрал! Я убил себя 16 раз. Ты взгляни на это с позитивной стороны. Ты же единственный, кто совершил мультивселенский суицид. Может быть, мы поедем ко мне, и я заставлю тебя забыть про эту маленькую глупую коробку смерти. Коробка смерти? Да плевать. Это случилось с ними, а не с тобой. Я не могу. Ты серьезно? Ну да. Ну как я могу теперь знать, что я знаю? Вот блин. Оксана, ты скажешь мне еще спасибо за это. Что тебе больше нравится? Путешествие во времени. Мне тоже.
Это потрясающе, ужасающе. Ужасающе? Почему? Не, ну это точно не про мультипространственную коробку смерти. Коробку смерти? О, черт,